Всем привет! Вы смотрите Вики Шоу Плей, и сегодня у меня будет новиночка на моем игровом канале. Я подумала и решила, что можно возобновить тренды. В своем телеграм-канале я пригласил своих подписчиков поиграть со мной вместе на одном сервере в Among Us. Все уже тут залетели, и так, давайте напишем правила, чтобы не было никаких странных вещей во время нашей игры. Тут уже все что-то пишут, ой, мои вы золотые. Так, не спамить, это обязательно. И одеть на голову вишенку. Так, и для тех, кто не знает, объясняю правила игры. Мы находимся в космосе, и два человека из всех оказываются предателями. Ля ты крыса, а? То есть это на рандом случается. И задача предателя — убить мирных жителей и сделать так, чтобы тебя не обнаружили. Ну а если ты мирный житель, то ты должен просто выполнять задание и стараться, чтобы тебя не убили. Также будет голосование, ну... И я думаю, вы поймете все по поводу игры в процессе. Ну что, нажимаем старт. 3, 2, 1. Да, так, хоть бы предатель. Я хочу быть предателем. Так. О, я предатель! Это я люблю. Я забыл вам сообщить, что в Among Us вышла новая карта. И здесь какие-то супер новые задания. Я, если честно, вообще никогда не играла на этой карте. О, вот как раз таки предатель. Привет, привет. Тут... люк, я могу спускаться, использовать. Ой, я слезла. А что, сейчас все за мной будут бегать? Не понял. А как мне убивать? Эй, так, я пожалуй, пойду. Оп, о, я спряталась в люк. Меня никто не найдет. Так, я думаю, вот это вот стоит убрать, а то мешается. Так, тут у нас туалеты. Ага. Опа, убили. Так. Я надеюсь, тут за мной никто не ходит. Ну ладно, я вот тут вот спрячусь в люк. И давайте-ка поползем. Куда можно поползти? Это что? Тут сахарок что-то делает. Ладно, видимо, мы в ловушке. Пошлите обратно. Ага. Убили. Так, все, уходим. Так. Люк. Все, отлично. А то нас могли спалить. О, обнаружен труп. Так. Убитые. 3 игроков убили. Так, срочное собрание у нас сделал. Кто сделал? А, вот, Раяна. Пишем, где нашли тело. Так. Кто предатель, пишут. Понятно. Около архивов. Давайте самореп. Самореп, это означает, что человек... который проголосовал, что нашел тело, за него надо голосовать. Это называется самореп. Поэтому я сделала самореп. И никого не выбросили. Ничего не изменилось. Давайте заспавнимся на кухне. Как раз таки вот с этой девочкой, которая сделала у нас саморепорт. Ой, посмотрите, тут какая-то оружейная, арсенал. Кухня. Тут можно какие-то портреты, еще какая-то комната. Это что? Давайте посмотрим. Нам нужно изучить карту. А, это камеры. Так, а как выйти? А, вот крестик. Отлично, ладно, побежали дальше. Это я не знаю, что за такие запутанные коридоры, что это такое. Но мне на самом деле очень интересно посмотреть на задания, которые тут придумали. Так, ну что? Тут какие-то полотенца валяются или что, эти салфетки? Опа! Так, люк. Побежали. Нас никто не видел. Ой, привет, привет. Я не из люка вылезла, я не из люка. Я тут просто бегаю. Привет, привет, привет. Я тебя сейчас убью. Опа, убила. Так, обнаружен труп, хорошо. Еще 3 убили. Та-та-та-та-та. Я в люк не прыгала. Тут девочка пишет, что я прыгала в люк. Нет, я в люк не прыгала, вы что? Давайте скипнем, потому что мне непонятно. Давайте скип. За девочку проголосовали, нет! Она же невиновная, нет! Это так грустно! Ну ничего страшного. Ага, пошлите сюда, это что? Какая-то супер комната. Это типа управление. Летим, это огромный самолет. Я думала, это вертолет какой-то.
Давайте убьем. А, стоп, это не то. Нет! Меня спалили! Так пишем розовый на глазах! Розовый! Розовый! На глазах! Кошмар! Нет! Голосуем за розового. Это розовый. Это розовый. Она меня хотела спалить. И это розовый. Да. А если она сейчас не окажется предателем, то меня вычислят. Нет. Так, нам нужно заспавниться в грузовом отсеке и спрятаться в люке, чтобы меня не нашли. Оп. Сейчас мы отсюда вылезем. Побежим убивать. Я тут типа полотенце таскаю. Типа вот, собираю. Или что тут надо делать, я не знаю. Вот что-то тут. Корзинка, типа я тут что-то делаю, да? Так, ладно. Почему я? Это не так. Нет, это не я. Это не я. Да, я не могла убить никого, вы что? О, спасибо. Давайте скипнем. Я думаю, что сейчас все согласятся на скип. Так, за меня проголосовали 2 человека и была ничья. Ну, это хорошо, что меня не выбросили. Очень сложно играть, оказывается, на новой карте. Я ничего не выучила. Ой-ой-ой. Ты что? Я могу туалеты открывать? Победа! Да, победа, победа! Обалдеть, то что? Уровни есть! О, все загрузились. Изи-ка точка. 5, 4, 3, 2. И я хочу быть мирным, чтобы посмотреть на задание. Вы что, издеваетесь? Я предатель снова? Это как? Все могут подумать, что я не могу стать во второй раз предателем. Поэтому можно, в принципе, делать что угодно. Так, давай убьем этого. Опа! Уходим! И ребята, которые вы играли со мной, если вы смотрите это видео, простите за то, что я вас убивала. Такова, к сожалению, задача игры. Кстати, здесь я не была, это что? О, я наверху, я не была. О, это что? Тут какие-то штучки. Это манекены какие-то, тут статуэтки, кристалл, еще что-то. Золото. Хранилище какое-то. Так, я ползу. О, комната для голосования. Обалдеть, давайте проголосуем. Оп! И сейчас на кого-нибудь спалим. Так, мне кажется, что... Желтый прыгнул в люк. Он вышел из тупика. Поэтому так, сливаем желтого. Так, все голосуют. Все за желтого проголосовали. Я думала, не получится. Желтый, прости, пожалуйста. Я не хотела. Я куда-то поплыла. Так, у нас архив, Марсель, тут нету никого, я хочу кого-нибудь убить. Почему вы все кучками ходите? Давайте кто-нибудь из вас вот один где-нибудь спрячется, а я найду и убью. Опа! Прячемся. Так, выходим отсюда. Ну, вроде бы мы с вами всю карту изучили, А это что за комната сейчас такая была? Желтый, прости. Давайте саморепорт. Потому что второй раз я предатель. Не успела написать. Ладно, все скипнули. Ну все, мы поняли, что это пропуск. Хорошо. Так. Давайте вот убьем. Так. Так, ага, розовый пробежал, и там после него был труп. Это как понимать? Все, голосуем за розового. Так, где? Вот она.
Надеюсь, они не подумают, что это я. Ладно. Никого не выбросили. Ничья. Текс. Хорошо. Я хочу сейчас кого-нибудь подставить. Найти двух человек. И резко делать так. Оп. 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 Опа! Труп, труп, труп. Что это такое? Что это такое? В архиве, но рядом ходил голубой. Так, сейчас я всех завела в ступор. Они думают между голубым и фиолетовым, поэтому я голосую за голубого. Голубой, наверное. В итоге выкинули фиолетового. Вот что вам фиолетовый сделал? Ну, ребят, нет. А нам таких не надо. Нам нужно, чтобы я выиграла, чтобы предатели выиграли. Опа. Опа! Так, сейчас мы сделаем волшебную штучку. Я хочу убить вот этого вот замечательного человека. Для этого мы вылезаем из люка вот отсюда. Ждем, пока таймер истечет. Так, стоп, а где я труп нашла-то? Розовый. Убегал от трупа. Все, таким образом мы подставили с вами Розу. Роза пишет, я вообще труп не видела. Я пишу, но ты пробежала мимо него. Опа, да! Мы проголосовали за Розу. Есть, Роза выкидывает. Ой, я был предателем. Ух, ничего страшного. Победа! Вот это да! И снова победа! Второй раз подряд. Да блин, Вика профи, ахаха. Так, я хочу быть мирным. Член экипажа, ну неужели, наконец-то. Выполняйте задание. А я не знала. Так, ага, у меня вот здесь есть задание. А нет, стоп, где я вообще? Так, бежим сюда. У меня же здесь задание, да? Да, у меня задание именно здесь. Введите код. О, я так давно задание не выполняла. 2, 5. Все, отлично. Кстати, я не устраивала вообще ни одного саботажа. Кошмар, это как понимать? Это что такое? Какое-то новое задание? Так, мне нужно в электрощитки. Почему со мной зеленый горит? Почему ты за мной ходишь? А почему со мной зеленый? А вот что ты тут делаешь? А? А что? А что такое? Опа. Так. Я всех начинаю бояться. Так, это задание мы с вами видели. Нам нужно в грузовой отсек. Я же почти добежала. Проголосовал у нас синий, поэтому я думаю, что это самореп. Эй, за самореп 100%. Я никому не доверяю в Among Us'е 100%. Поэтому голосуем за синего. Синий, прости. Все за синего, потому что я сказала саморепорт. Эх, не был предателем. Наш любимый бензинчик. Так давно не выполняла задание, просто это для меня счастье. Почему фиолетовый стоял возле люка? Ладно, пошлите, у нас тут стрелочка. У нас выключили свет. Так, бензин нужно перелить вот в эту колбочку. Выполнить задание вот здесь. Соединяем провода. Ой, не провода, а... Вот, соединяем провода. Тут, я не знаю зачем, но тут сделали вроде, что провода сами скрепляются. Это очень неудобно. Опять за мной зеленый гоняется. Я срочно должна найти людей. О, нашла. Провода мои любимые. Так, тут огромное скопление людей. Это и хорошо, и плохо. Почему ты за мной бегаешь, зеленый? Я не хочу. Быстрее убегаем. Зеленый какой-то странный. Это зеленый. Труп! В толпе убили. Нет, это саморепорт. Это голубой, 100%. Это голубой, я прям знаю. Это самореп. Все, все проголосовали за самореп. Нет. Мы сейчас можем проиграть. Ладно, пошлите вот сюда. Нам нужно включить свет. А, все, мы починили с фиолетовым свет. Срочное собрание. Сейчас на меня все будут сваливать. Это желтый. Я думаю, это Вика, и она нас троллит. В смысле, вы сейчас за меня будете голосовать? Вы серьезно? Так, это зеленый. Он за мной бегает. Он на меня все сваливает.
Это зеленый. А, мы предателя вычислили? Класс. Текс. Это... Сюда нужно ставить оружие. Обалдеть. У меня еще выше задание? Еще выше. А, зеленого убили. Значит, это не он. Была в оружейной. Это Фиол. Фиол. Все, когда пишут, доверьтесь мне, это Фиол. Так, о, за него проголосовали. Эх. Прости нас, Фиолетовый. Больше такого не повторится. Я тебя обещаю, Фиолетовый. Доверься. Все, соединили. Стоп. Тут не написано, сколько заданий выполнено. Серьезно? Вообще кто-нибудь будет саботаж чинить или нет? Видимо, я одна такая, которая побежала. А, ты открыть что ли не можешь, Белый? Ну ты что? Вот это да! Это Белый, ребят. Какой саморепорт? Это Белый? Нет, за что? Это несправедливо. Вот Марсель пытался меня спасти. Кто? Я летаю вообще где-то, не знаю. Обалдеть. Давайте вот облетим, посмотрим весь самолет. Это что за размеры такие? А чё он такой длинный? Это не самолет, это квадрат какой-то. Поражение. Так, ну что, все снова собрались. Стартуем. Ух, ну что. И я предатель. Это очень круто. Так, давайте заспавнимся в карцере. Тик-тик-тик-тик-тик. Ну, где тут у меня бегают людишки? Так. Тут никого нету. А, вот тут они все. Так. Оп. Я тут типа выполняю. Типа. Оп. Вот. Бегаю. Все в кучках тут вообще. Кошмар. Никого еще не убили. Это тут неинтересно играть. Срочное собрание. Синий. Голосуем за синего. Я такая доверчивая. Понятно. Кстати, Лунтик бегает. Иди сюда, мой дорогой. Оп. Фух. Опасненько было. Очень опасненько. Труп обнаружили. Отлично. Это красный. Ну что, побежали? Я сейчас хочу кого-нибудь заманить. Черного. Все. Ходим. О, это розовый, это розовый. Что? Я была в архиве, вы что? Скип. Ну, это хорошо, что пропуск. Сейчас я должна найти эту девочку и ей отомстить. Угу. Месть возвращается. Ух, да почему я? Она на меня все сваливает. Я хожу и выполняю задания. Все, меня сейчас выбросит, и я проиграю. Эх. Если вам понравилась такая новая рубрика на моем канале, то ставьте лайки, и если будет большой актив, то я сразу же запишу продолжение, и если вам реально будет нравиться, то я буду такое записывать. Всем спасибо за просмотр, пока-пока, и до встречи в новом видео!